Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Страница 78. Упражнение номер 19. На уроке труда дети делали поздравительные открытки. Сколько всего открыток получилось, если мальчики сделали 10 открыток, а девочки на 3 открытки меньше? Из условия задачи нам известно, что мальчики сделали 10 открыток. Сколько открыток сделали девочки, нам неизвестно, но сказано, что они сделали на 3 открытки меньше. Нам нужно узнать, сколько всего открыток получилось, то есть сколько всего открыток сделали девочки и мальчики. Мы не можем сразу дать ответ на вопрос этой задачи, потому что мы не знаем, сколько открыток сделали девочки, но мы можем это узнать. Для этого нужно из 10 вычесть 3, получится 7. 7 открытков. В скобках записываем букву О с точкой, ставим черточку, пишем «сделали девочки». Точка. Итак, теперь нам известно, что мальчики сделали 10 открыток, а девочки сделали 7 открыток. Сколько всего открыток сделали девочки и мальчики? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны к 10 прибавить 7. 10 плюс 7 равно 17. 17 открыток О с точкой, записываем в скобках, сделали всего мальчики и девочки. Ставим тире, пишем «всего». Точка. Итак, у нас стоял вопрос, сколько всего открыток получилось. 17 открыток всего получилось. Записываем слово-ответ, ставим две точки и пишем 17 открыток. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.